Было бы нечестно мне попробовать эту машину, то есть Geely Atlas, на снегу. Понятно, что здесь машина это не внедорожник, то есть куда-то на рыбалку, далеко в снег, где вам придется на 45-градусный там уклон подниматься, на ней не поедешь, и это правильно. Эта машина все-таки создана для трассы, для города, для комфортного передвижения. Но так и заявляется, что это все-таки кроссовер, то он должен уметь немножко ездить по льду и по снегу. Поэтому мы выбрались туда, где снега и льда очень много, то есть это у нас бережок. Вот, и мы покатаемся сейчас и посмотрим, а позволяет ли он какие-то там драйверские амбиции ваши реализовать, если вам захочется где-то покрутиться или повертеться на снегу. То есть в тех местах, где уже не нужны все эти электронные блокировки, курсовые устойчивости и тому подобные электронные системы, ограничивающие тех, кто любит именно что-то, знаете, вот ввалить в поворот и посмотреть, на что способна эта машина. Немножко прокатившись, становится понятно, что да, машина все-таки создана для асфальта, для пусть даже со льдом, но это все-таки машина, которая позволяет ехать прогнозируемо, безопасно, то есть без каких-либо там заморочек. То есть можно сесть и спокойно там валить в какой-то поворот, и электроника вас удержит. Потому что на льду, на снегу, где можно просто вот газ в пол без ограничений, то эта машина, конечно же, специфична. Она не дарит прям таких, что вау. Хотя, ну, знаете, как бы, честно говоря, для кого-то там легкий занос, это уже является вот так вот, сердце колотится. Ну, для меня вот это уже более так спокойный режим, то есть потому что мне уже хочется, чтобы машина могла там в каком-то суперуправляемом заносе пойти. Нет, эта машина, она прогнозируется, она вас оставит в безопасной траектории, она не даст улететь вам с трассы. Но, как говорится, сколько у нас процентов водителей, которые такие суперасы, гонщики, которые именно вот будут покупать именно такой вот аппарат для того, чтобы там где-то там их специфически гонять. Поэтому для среднестатистического водителя, которых там практически 100%, да, является, то есть со средним навыком, со средним опытом, со средними там каким-то там навыками езды, навыками контраварийной езды, которых ну, по факту мало у кого есть. Вот эта машина очень хороша. То есть эта машина позволяет именно спокойно, безопасно ехать на любых покрытиях, то есть на льду, на снегу. Если снег будет чуть поглубже, то это тоже не будет проблемы для него. Ну, так что как-то вот так вот. Немножко скучноватый, но безопасный, прогнозируемый и вполне качественный аппарат.